раз чуть назад. Бандитом через перекладину мяч в лице им некуда, если так дальше пойдет. А вот сейчас может быть опасно. И еще один гол они забивают. Патти и вернул мяч своей команде. Две минуты добавляются. Отличный удар. Удар, штанга и гол. Совсем мало времени до конца матча. Счет равный. Ну же, давайте, вперед. Эриксен. И прямо в центр штрафной полетел мяч. И пробил. И это просто шедевр. Это может быть опасно. Прошла передача, можно... Тут может что-то получиться. Подбить можно и забивать.